Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Александр, и я рад приветствовать вас на своем канале Stand of Play. Ну что ж, привет. Снова Резидент сегодня что у нас могу с вами. Предложить? А для начала давайте, знаешь, что сделаем? У нас так много денег. Все, что есть перед тобой. Здорово. Так, ой, 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 это что такое? Это золотая корона, да? Раз. Там что-то два. Три. 4. Блять, мне хватает еще одного. Это прямо хороший бонус будет. Да, он ведь требует 3 камня таких. А так и что, я сейчас куплю. Привет. Ни один хуй некуда девать их. Камни. А, он не продает. Он не продает. Понимаешь, не все можно купить за деньги. В чем проблема? У меня есть еще. А, ну и так не выйдет. Понял. Ладно. Привет. Я продаю много отличных товаров. Регулярный уход и забота. Улучшим без этого это все. Никак. Скорострельность полностью улучшена у нас. Вот автомат, я не понимаю, чем он стреляет. Твое оружие в надежных руках. Сравнить. Я все сделаю. Ну, можно винтовку, конечно, чуть-чуть прокачать. Что, это все? Я не понимаю просто, с каких патронов... патронами она стреляет. Очень не понимаю. Давай жука продам. Славная сделка. Ты только там не убейся. Ой, а у меня места-то нету. О, 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 о. Погоди. Давай-ка попробуем. Есть там какая-то хрень. Измени его справа. А кто у меня там стоял? А, у меня стоял этот. Погоди. Привет. Итак. Чем я могу тебе помочь? Я тебе могу продать ресурсы, да? Драгоценности не пригодятся. Погоди, 380. Тебе в гробу. 380. Так, как хоть. А, погоди, где этот? Так. Где? Вот этот. 380. Был. Привет. 532, хорошо. Кстати, вот это... Нам все равно, вот это рубины хорошо. Или рванина. Разница лишь в цене, которую порох, мы назначаем. Нет. Мины. Тоже можно продать мины. Да и все, в принципе. Спасибо. Я ну а что, плохо, в любое что ли? Время. Так, а что у меня там? Ага, все отлично. Привет. Так, место один хуй нету, да? Создать для винтовки, для пистолета хочу создать. Хорошо, для пистолета я сделал. Вот теперь надо с винтовкой. Хорошо, могу еще даже сделать, наверное, но для ППшки только. Для ППшки мне не надо. А что это такое? Это мой дополнительный инвентарь, что ли, или что это? А-а-а! Все понял, это чтоб выбросить предметы. Здорово, почему бы и нет. Блять, патроны от револьвера. Ну пускай они лежат, что я с ними сделаю-то? Я с ними ничего не сделаю, я их продать не могу, я их в инвентарь никуда не могу положить. У меня вообще очень проблема сейчас с инвентарем идет. Хранилище. У меня три оружия, которые на самом деле...
А вот это вот так вот сделаю. Вот так вот хотя бы. Нет, конечно, это на снайперскую винтовку. Не надо ни на какой скат там, блять, вешать эти прицелы. Это долбоебизм будет. Это револьвер мертвая бабочка. Есть еще страж. Полицейское оружие. Страж. Чем на спрей еще есть? Пока оставлю. Так, справа ее одеваем. Бабу. И поперли дальше. Пойду спрей возьму. Какое, блядь, где спрей? А, я его взял? О, чую, ты недавно побывал в бою, друг. Я могу улучшить оружие, но я не знаю, вдруг там что-то будет еще лучше. Распределитель жидкого азота. Заказчик Исида Урарте Талавера. Дата установки. Установка системы распыления жидкого азота, заказанная в прошлом месяце, выполнена. Внимание, жидкий азот чрезвычайно опасен. Его воздействие может привести к слепоте, обморожению и даже смерти. Будьте осторожны. Так, впереди, значит, у меня жидкий азот, да? А, погоди, это же тараканы. Те, которые заморожены, они как под жидким азотом. Давайте. Нахуя? Хроники изысканий. Май, спустя 10 лет моего после моего пробуждения. Надо лишь повернуть этот клапан, чтобы черная жидкость вошла в мои вены и распространилась по всему телу. Уверен, при этом я испытываю боль, которую даже не могу себе вообразить. Я жду этого испытания с великим волнением. Для меня такая великая честь пережить священный ритуал перерождения. Проснувшись в следующий раз, я стану истинным слугой господина Рамона. Я Исидро Урарте Талавера. Приношу эту клятву. Я отрину изъяны человеческой плоти и стану истинным слугой Господа. А я буду искать еретиков, чтобы стать их палачом. Вердуго. Может, Вердиго? Вердуго. Я хотел сказать Виндиго, но... Вердуго. Интересное слово. Так, что тут? Патроны, патроны, еще раз патроны. Полное безумие. А, здравствуй. Траверта или как там тебя? Решил он стать истинным слугой. Так, записка. Записка об электроэнергии. Отключение оборудования. В целях экономии электроэнергии некоторые устройства, в том числе лифт, отключены, чтобы остановить подачу энергии. Используйте рубильник, расположенный в дальнем крыле лаборатории. Ладно. Так, а чё у меня тут что-то? Изумрудик. Хе-хей. Так, а мне хватает теперь, кстати? Нет, не хватает. Надо еще один найти. Ебать! Хищник! Что? Что? А! Жидкий азот! Что? Я не понял, там какая-то... Что-то происходит, что ли? Я зря что-то пугаюсь. Так, ну вот налево могу пойти.
Зря, походу, я что-то пугаюсь. А, закрыто. Походу тут сейчас будет босс-файт. Очень много этих рубильников с азотом. Я как только, наверное, нажму рычаг, появится хуйня какая-нибудь. Сюда? А, туда. О, ебать! Какая-то хрень. Не понял. Ну что такое? Ищи карамон. Ебать! А! Ебать, машина для убийства, акстисин. Ебать, он силен! Блять! Понял, мне надо его походу. Хочешь поиграть в прятки, да? Надо было дробовик взять. Смотри, патроны для дробовика дают. Заебись. Это что за хрень такая? Охренеть! Он быстрый, он мобильный, прям. Пиздец, хрена он просто машина. Ну где ты? Я по тебе же попал, нет? Ах ты, сука! Да ты что? Вот это я нажал вовремя. А, он сломал? О, неплохо. Отстань, 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 отстань. Блядский ты стыд. А мне нечем больше лечиться-то. Два спрея, кстати, остается. Беги, 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 беги. Я
тебе. Неприятно, да? А где еще рубинки? Лютый перец. А, ты ж, блядь, да, точно, можешь залезать в двери. Я совсем забыл, блядь. Остынь-ка слегка. Тоже недостаточно. Блять, потом на снайперскую винтовку нету. Пиздец. Беги. Ебать, вот так неудача! Где тонкий намек, типа съебал. Погоди, я не все вещи забрал. А этих-то больше нету лампочек? Шутишь. Ладно, это жертва того стоила. Блять, это чисто этот хищник. Ой, какой хищник? Чужой. Ну-ка. Поебать, да? Будет прикольно, если мне просто надо лифт. Его можно убить? Даже нет. Я точно все щиты потратил? Ну это ж босс файт! Ну как ж, блядь, так-то? Серьезно, тебе можно? Сочувствую твоему хозяину. Золотой минокль. Блядь, ну хоть не зря я с тобой сражался. Спасибо. Блять, все патроны я тебя потратил. Правда. Это, конечно, плохо. Но даже эта преграда меня не остановила. Вот так вот, да. Оказывается, эту хрень можно убить. То есть у тебя был выбор, либо идти на лифт, либо
Сражайся с этой тварью. Нет. Так, все, я уже на пороге, да? Жалкий ягненок. Ты можешь спастись от мук. Так же, как наша новообретенная дочь. Она влилась в нашу общину, и теперь она с нами одной плоти. Дурак, и крови. Преданный слуга укажет ей. Ой, может, ты на прививку пойдешь? Ну ты размазанный. Ступай. Какой-то, мне вот этот не нравится. Избавь этих блудных детей от их мучений. Слушаюсь. Какой-то мужик очередной. Ой, здравствуйте. Много не возьму. Здорово. Он нашел лекарство. Так, давай на это все храним. Так, вот сделаем. Так, и давай дальше. Стало лучше? Да. Да, помогло. Одно но. Ты ученый, что ли? Это не более чем отсрочка. Ингибитор перестанет работать и очень скоро. Ну что, ты готов? Обо мне не думай. Эшли важнее всего. Так она в такой же ситуации, как и ты. Мы знаем, что делать. Идем, Санчо Панса! Спасем принцессу Дульсинею! Поранишься еще. Эй, мое копье! Да-да, мы спешим, ясно. Санчо Панса. Почему ты мне помогаешь? Так, ну, какой в этом смысл? Да не ищи ты подвох. Я же обещал помочь, помнишь? Все это время его со мной не было, а тут он решил помочь. И как он вообще тут оказался? Так, дневник бригадира. Дата 11 октября. Сегодня худший день в моей жизни. Моей дочке исполняется 5 лет, а я торчу на облезлой лодке, которая плывет в какую-то вонючую глушь. Если бы не хороший оклад, никто бы не согласился бы работать в этой дыре. 19 октября. Обитатели замка постоянно твердят, что во время раскопок надо соблюдать осторожность, но несколько рабочих потеряли сознание, надышавшись какой-то пыли. От нас явно что-то скрывают. Не нравятся мне эти тайны, и я тоже начал кашлять. Надо бы поспать. 26 октября со мной творится что-то неладное. Я за сегодня уже трижды харкал кровью. Слабость такая, что я едва хожу. Черт. Зря я сюда приехал. Думал, что мне заплатят, но пока что я сам расплачиваюсь за свое решение. Я ужасный отец. Прости меня, солнышко. Ты достойна лучшего. Октябрь. Голова с утра совсем не варит. Почему? Опять харкал кровью. Повсюду какие-то насекомые. Я слышу чей-то голос. Дата уже непонятно какая. Славный рабочий день. Раскопки доставляют мне радость. И я абсолютно счастлив. Я готов ради вас на все. Все ради вас, владыка Сеттер. Ну, да, это, тебе типа, понравится, как он обращался. Товары. Ой. Это опять можно пострелять, привет. Да? Так, есть что у тебя кое-что новое, чужак. Золотой жетон. Ха! С этой вещью не прогадаешь. Золотой жетон. А сколько угодно? Выбор. Избитые слова, но все именно так. Я не знаю, стоит ли вообще тратить все на золотые жетоны. Так, а что у тебя есть там? Ты говоришь, что-то у тебя новенькое появилось. Ракетница. Гарантирую, эти деньги отобьются с лихвой. Пиздешь? Так, вот это мы есть. Любим разные травы. Приходи в пойду любое время. Чуть-чуть постреляю. Ты со мной пойдешь? Пошли со мной. Разок простреляемся, надо жетончики забрать и... Поздравляю! Мы создали для тебя новую игру! Думаю, тебе понравится! С-С-С-С-С-С-С-С... Ой, вот три новых. Хорошо. Red 9. Два! Один! Огонь! Давай, отличный выстрел! Чудно!
А, наёбка, да? Хрена наёбка, сейчас бы ударил по динамиту. Отличный выстрел! Прям играючи! Всё, серьёзно? Оооо, как-то хуёво. Что с тобой? Ой, блять, эти! Заряжай! Погоди. Давай пока секунду тише. Я понял. Я ошибку очень сильно допускаю в плане. Отличный выстрел! Коварный ход! Хорошо. Куда ты, виртуоз? Патронов нету, блядь. Блядь, серьезно? Бля, оно такое медленное. Это просто пиздец какой-то. Так, 4, я где-то проебал. Я где-то проебал 2 черепка. Один! Огонь! Нет, хорошо. Прям играючи! Вот так! Хорошо, а где я проебал? Оно медленное, на самом деле, это оружие. Метка! Да почему все-то, ёпты мать, почему? А ты хорош. Почему три-то метки? Два, а, надо было, один, наверное, одну метку так сломать. Коварный ход. Хорошо, время есть. Да почему все-то, ёпты мать? Я не могу понять. Ладно, давай сейчас попробуем по бочкам по всем пострелять. Так, ни у кого нету. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Значит, в какой-то из бочек находится череп. Нет? Нет? Да блин. Что за подъёба? Нет! Да я специально проебу. Чёрт! А ещё у него патронов мало. Ёба улучшит на самом деле. Еще раз, погоди. Я еще по какой-то бочке там не пострелял. Хорошо. Вот как надо. Хорошо. Допустим, по каким я еще бочкам не стрелял? По этой я стрелял. Вот где-то вот в этих. Да блин. Да ну, ни в одной из бочек нету. Куда ты, виртуоз? Вот и все. Короче, в бочках нет. Супер. Я понял, походу надо не сильно рассчитывать на этих динамитов. Прям играючи. Раз. Хорошо. Метка. Конец игры.
Почему конец-то, блядь? Где еще одна метка? А у тебя талант. Три. Ой, блядь. Один. Огонь. Давай. Прям играючи. Где, может, я рано стреляю? Нет. Раз была метка. Одна метка была. В начале. Коварный ход. Чудно. А ты вверху. Ну и все. А тут две. О. Две из четырех. Давай, ладно, последний разок. Три, два, один. Огонь. Чудно. Восток. Раз. А, наверное, в бонус на игре метка последняя. Отличный выстрел! О, восторг! Вот и все! Да почему все-то, блядь? А, может это из-за того, что я рассчитываю на динамит? Погоди, давай я без динамита буду рассчитывать. Огонь. Не делай скидку на то, что это игра. Там я все-таки должен был динамитом, да? Кто ты вверху, босс? Чудно! Восторг! Как это работает? Ну и все. Ладно, давай я тут поставлю паузу, еще постреляю. Если вот так, в общем, сбить минут мишени, 10, бери пистолет, пулемет. Еще 15. Конечно, поиграл и только на эске. Я не смог все-таки на черепа найти еще дополнительно сделать. Ну ладно. Имеем, что имеем, правильно? Давай посмотрим, что нам лучше выпало. Золотой? Да, конечно. Вот все золотой. Дон Эстебан. Эстебан у нас, по-моему, кстати, был. Изабель. Тоже, по-моему, кстати, была. Можно золотой-то, блядь, хоть один. Солдат с молотом тоже был. Давай вот так. Солдат с динамитом. Ура, золото! Черный окунь редко. Плюс ток эффективность лечения с помощью черных окуней. У меня так рыбы много. О, еще золотой. Торговец эпическая. Минус 5 к цене улучшений для оружия. Эпический торговец. Да, пошел покупать. Улучшать, точнее. Да, блять, торговец это офигенно. Посмотри. Наверняка что-то понравится. Сейчас, ты подожди. Сейчас я к тебе приду. У меня тут эпический торговец есть. А еще у меня есть окунь. Блять, так-то бы этих продать лишних. На самом-то деле. Привет. Улучшить. Продаю много отличных товаров, чужак. 5% так-то это существенно. Удачи тебе, чужак. Смотри, знать, что мы делаем. Мы можем сейчас так-то действительно поулучшать оружие. Это там прям знак такой дают. Драгоценности. Спасибо. А я бы хотел на самом деле улучшить вот это, но у меня, сука, нечем стрелять. Друг, что может быть приятнее, друг? Мы начинаем разбираться в твоих вкусах. Мне, на самом деле, пока я тут стрелялся, мне очень понравился вот этот пистолет. Каратель, по-моему, кстати. Понимаешь, не все можно купить за деньги. Он прям, ну, хорош был, хорош. Единственная проблема... А я могу вот эту хуйню посмотреть, что она вообще дает? Три. А. Ну, вот так. А, вот такие тебе нужны. Таких, к сожалению, у меня нету. Добрый привет.
Что покупаем? Ой, ладно. А давай, ладно. Это красная трава, это особая. Мы любим разные я травы. Я могу купить так-то. Они и лечат, и калечат. Они могут все. О, я знал, что ты это выберешь. Да я сейчас потрачу. У тебя нюх, чужак. Все это, черт ты с ним. Мне Матильда может понравиться. Давай. Мудрый выбор. Избитые слова, но все именно так. По три выстрела. А у меня патронов, блядь, не хватит так. Понимаешь, не все можно купить за деньги. Ну давай, может ладно. Стрелять очередями по три выстрела. Фрих. Это ж, блядь, надо улучшить, мать. А это еще инвентарь. А ты мне инвентарь не можешь улучшить. Насколько Матильда сильна, кстати? Я продаю много отличных товаров, чувак. Дай сравню. Сравнить. Как? А, вот. Если хочешь остаться в живых, улучшай свое снаряжение. Блять, они просто идентичны. Что мать... во. А это... Чернохвост, да? Блять, ну Матильда слабее. Она вообще по всем характеристикам проигрывает. Пиздец. Что, это все? Можно тебе продам Матильду? Готов купить почти все. Ладно, раз уж мы ее... Как хочешь, чужак. Купили, дай хоть посмотреть на нее. А может не такая уж она... Привет. Я продаю много отличных товаров, чувак. А, погоди, у меня ведь пистолет-то там улучшен. До третьего уровня, да? О, друг. Удивлен, да? Наше мастерство да, достойно будет. Такой реакции. Попробуй-ка это. Блять, ну я не знаю. Ну давай, это поулучшай. Хотя у меня... Так-то патронов мы на ней начинаем нету. Разбираться в твоих вкусах. Не знаю, смысл я ее вообще улучшаю. Нож, прочность, здесь только ему можно добавить. Более если я ничего не вижу, что тут... в живых, улучшай свое снаряжение. Итак, чем я могу тебе помочь? Нам все равно, рубины или рванин, чужак. О, я щедро заплачу тебе за вот это. Можно, запасаешься, кстати, пока можешь? Ты то... Конечно. Так, Матильда есть? Мне вот на это патроны некуда девать. Блять, вот это вот очень плохо создать. Патроны для винтовки. Винтовка прикольная. Винтовка очень прикольная. Патронов у меня для винтовки-то вообще нет, да? Давай создавать для винтовки, почему нет? Она нам очень сильно помогает так-то. Для Матильды я найду. Это не проблема. Вот для винтовки, да. Только проблематично. Так, и помимо этого мы освободили хоть чуть-чуть инвентарь. Это очень уже хорошо. Ой, а мне хватает так-то. Смотри-ка, я сейчас еще одну сделаю. Вот, отлично. Теперь у меня винтовка есть. Вот так вот сделаем, да? С тобой. Не знаю, зачем я все постоянно так сортирую, когда я могу вот так вот сделать и все. Ну ладно. Только там не убейся! Привычка почему-то такая, прям сортировать это все. Так, во-первых, изменить кейс. Торговца надо убрать и добавить справа вот эту женщину. Можно было добавить еще...
вот этот у меня стоит. А, сохраняюсь. Хорошо, погнали. Погнали дальше. Что-то мы сегодня прямо этот... Очень много времени так потеряли на это все. Куда нам? Ой, у меня теперь... Быстро же доступ на один. Мне теперь надо будет дробовик. Привет, на самом деле, чужак. Взять. Так, это стрельбище. Стрельбище не надо, нам надо сюда. Да, маловато сюда. У меня доверия к тому, о, кто работал на Амбреллу. Так ты в курсе? Амбрелле хана. Насчет нее можешь больше не волноваться. Ты не ответил на вопрос. Какова твоя цель? Я просто следую зову совести. А задание у него не увидел. Не было. Хочу загладить вину. Что-то в этом роде. Я не увидел у него задание. Необычно. А, во. Отчет о перемещении взрывчатки. Динамит был перемещен в хранилище М4. Информация о работе с взрывчаткой. Регулярно происходит обрушение пород. Держитесь подальше от области взрыва. Если произойдет инцидент, немедленно произведите уборку. А убедитесь, что на месте находится достаточное количество сотрудников. Ой, это что за хрень? Эй, с чего это вдруг здесь завал? Тут раньше был проход. А, динамит нам нужен. М4, пошли в М4. Там у нас взрывчатка это находится. Ой, опять эти придурки. У нас, похоже, гости. Что будем делать? Прорваться. А как мне проходить-то? Ой, блядь! Прилетело. Так, а у меня есть граната? Да, конечно, есть. Ну, как тут оказалось вообще? Минус ножик. Нет, ну он прикольный пистолет, но он очень много патронов расходует. Если честно. Ой, блядь. Хорошо. Ну, плохо точнее. Ебать, ты мне по сусалам надавала. А много вас тут еще? У меня патронов не так много, алло. Что творить-то? Я уж думал, там сейчас эти женщины с бензопилами идут. Ну уже все, хана. А!
Я вас вспомнил, ребята, да-да-да. Вдохнулась, что ли? Ты не в моем вкусе. Че, оружие заклинило? Тяжело было. Пиздец, еще как. Даже нож сломал. Один затупился. Так, а тут есть что? А тут много чего есть на самом-то деле. Например, вот сюда по лестнице можно залезть, тут что-то лежит. Слева. Вот это. Хорошо, сапирчик. Очень много. Мне не нравится этот уже пистолет. Он не настолько сильный. Он еще и патронов тратит просто уйму. Где еще? Дверь. Вот тут еще есть сокровище. Какое-то. Хотя патронов я и нахожу хотя бы, но все равно очень много трачу. Так, хорошо, открыли. Так, а где еще сокровище? У нас сокровище якобы вот тут находится. Да он справится, он все равно не умирает. По крайней мере. Пытается, но у него ничего не получается. Тише. Тише, не вставай. Я разберусь! Да ты что, что-то не круто видно. Круто мы. Что круто? Так, что там? Так. Да. Так, а тут больше ничего нет, да? Погоди-ка, там песы. Так еще песы. Динамит. Это пригодится. Динамит? Да ты что? Удачная находка. Конечно. Да, им можно разнести тот завал. Да не только завал можно выносить. Можно вообще всех врагов уничтожить тут. Так, золотые песочные часы. Он не настолько пафосно спускается, как я. Побежали назад. Поставим этот динамит, пройдем дальше. Динамит. Надо очень далеко отбегать. Блять! Я же не знал, что все камушки покатятся на меня. Бля. Даже обидно. Вот это подъёбка для игроков я сделал. Так, давай, как будто этого ничего не было. Золотые песочные часы. Так, пойдем поставим динамит. Тоже как-то жестко больно. Ну, ставлю просто динамит.
И ухожу куда-нибудь налево, что ли? Все отлично, пошли дальше. А ты неплохо сражаешься. Ты точно обычный ученый? Я самый обычный парень. Ну, еще дамский угодник. А еще пиздабл. По-любому ты необычный ученый. Уж слабо верится мне в это. Только после вас, я настаиваю. Как ты учтив. Ёб твою мать! Где ж я был-то на прививку, наебал момент? Он вернулся. Будешь должен. Луис, сверху. Вас чуть. Двое? С тобой всегда вот так. Ебать, братья! Их двое! По одному на каждого! Одним я займу! Ты можешь, конечно, заниматься хоть одним, но... Они все атакуют меня. Не могу пробить. Ой, блядь, я и забыл, что вы так умеете делать. Суки. Броню потрепали. Бей-бей-бей-бей-бей! Так мы умеем. Мы уже с такими сражались. Ничего страшного в этом нет. Обычные гиганты. Ебать! А, вы, дураки, можете с друг другом сталкиваться, да? Ой. Хорошо, прям пристрелил. Меньше. Со вторым будет сложней. Ну да, у него тут. Блять, схватил! Я ножик проебал еще. Что делать? Может, я должен что-то активировать, какой-то механизм, чтобы он броню-то. Да, блядь, без проблем. У меня только здоровья нет. Куда это ты? Как я его отвлекать-то должен? Левал! Давай сюда! Ha!
демона. Давай! Добьем его! Прости. Ой, блядь, надо пол добивать. Кстати, как вариант. В сторону. Просто супер! Да вообще охуенно. Только лут проебал весь. С него. Я бы. Мы бы его и так убили, алё. Просто с него могло что-то упало бы. Так, а тут больше ничего не лежит, нет, что-то он вроде валяется. Надо было все-таки его дострелять. Я вот что думаю. Не могу как-нибудь попасть, нет? Ничего вроде нет. Я вроде ничего не потерял больше. Ну. Я бы мог его вот так вот подсадить, зачем мне на плечи? Какие патроны ты используешь? Вот ты мне объясни. Открыт. Смотреть. Тройной урон по уязвимым местам. Оно мощное, как револьвер. Но патронов на нее хуй где найдешь. Это было непросто. Это было они очень непросто. Они этих тварей на глубине держат? Подземелье для них священно. Именно здесь и нашли Лас Плагас. Они... Кулон Иллюминатус. Сохранились в древних залежах янтаря. Ну, конечно же. Я чувствую, мы уже... близко к финалу, да, приближаемся или нет? В общем-то, кажется, что мы уже сейчас в эту пещеру войдем, потом замок какой-нибудь, блядь, большой. Предлагаешь и ехать на этой штуке? А у тебя что, есть варианты? Так. Надо сохраниться. Потом посмотреть, что по времени. А, да! На сегодня тогда давай заканчивай, там уже 57 минут уже. Ой, нормально сегодня постреляли так. Здорово, еще и босса победили. Вот, ну ладно. На этом все. Ссылка на плейлист будет в описании под этим видео. Также не забывай подписываться на этот канал, на мой канал в Дзене. Вот, ставить лайки, комментировать. И всем еще раз большое спасибо за просмотр. Всем пока.